«Право Белта» мне, как литератору, непозбежно приводит на память роман Франца Кафки «Процесс». Своеобразным протягом этой аналогии стало недавнее радостное поведомление Белта про день бесконцости с четырьмя восьмерками у володарыни любимого президента. Знов звертаючися до литературных аналогий, згадывается, безумовно, роман Джорджа Оруэлла 1984 с ягоном Министерством правды. Сапраўды, мы маем перед собой брутальную спробу державы змагаться с теми, кто супрацьстаіць падабенству гэтага Міністэрства правды у выглядзе дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, якія даўно ўжо ператварыліся ў сродкі масавай прапаганды. Але за вокнамі ўсё ж не 1984, а 2018.